И к другим темам. Правительство обязало ArcelorMittal Цимертау ежегодно инвестировать в модернизацию производства 150 миллиардов тенге. Кабмин пересмотрел контракт с компанией. Ранее таких обязанностей у промышленного гиганта не было. Об этом в Сенате заявил премьер Алихан Смаилов. Более того, такие же требования планируют предъявить и к другим недропользователям страны. В целом, правительство намерено повысить ответственность собственников и руководителей особо опасных промышленных производств. Кроме того, будет усилен контроль со стороны госорганов. Также планируется на законодательном уровне закрепить финансирование на безопасность работников в объеме не менее 1% от совокупного дохода компании. Мы прописали дополнительные требования в контракте в части выделения инвестиций на модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 миллиардов тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов 37 миллиардов тенге. Ранее таких обязанностей не было.